Провести день с министром, узнать кухню принятия решений в региональном правительстве – такая возможность появилась у нижегородских студентов. Активисты заполнили специальные заявки, после чего прошли собеседование и уже провели первые часы с представителями региональной власти. Студенты провели день с министром здравоохранения Нижегородской области Давидом Мелигусейновым и министром образования, науки и молодежной политики региона Ольгой Петровой. Далее делиться своим опытом с подрастающим поколением будет министр спорта области Артем Ефремов и другие руководители министерств. Молодежь, которая очень часто, ну, как-то по-другому оценивает то, что делается во власти, должна видеть, а что реально происходит внутри. Поэтому мы такую практику и реализовали для того, чтобы молодые люди пришли и вот бок о бок с чиновниками постарались прожить этот день вместе, и, возможно, будут какие-то подсказки со стороны молодых ребят. Возникла такая мысль, а открыть двери и показать, что на самом деле стоит за вот тем, что ты чиновник. И, конечно, увидеть глазами молодежи и посмотреть, и, может быть, сразу какие-то идеи нам преподнести, это, конечно, очень здорово, и поскольку вся команда правительства готова и открыта к такому диалогу, то, безусловно, все мы, покоммуницировав между собой, согласились. Безумно комфортно, у меня уже это вторая встреча, получается, первая у нас проходила дистанционно. Мне было очень интересно, я записывала, у меня уже сразу появлялись какие-то идеи. Я хочу в этом работать, я до этого дня не хотела работать в министерстве, а сейчас я прям серьезно задумалась.